И знаете, я вот вам хочу, россиянам, сказать, у вас там расхожая такая фраза, не то из-за зависти, не то еще из чего-то, а вот это белорусы, они вот тут поддаивают Россию, они за счет России и так далее. Знаете, когда мотивация, просто не стоит об этом говорить, я и президенту, своему другу и коллеге часто говорю, вы знаете, я говорю, даже если вы вложили российский рубль или доллар в белорусскую экономику, вы будете в выигрыше больше, может, чем где-то уложите у себя. Второе, когда вот кредиты мы у них брали для поддержания нашей валюты и прочее, это были непростые переговоры, я Путину говорю, как аргумент, говорю, слушай, ну чего ты уперся? Дай эти несчастные миллиарды или 2 миллиарда долларов, ты же, говорю, в свою экономику вкидываешь, ну, триллионы рублей и не сотни миллиардов долларов. Он мне говорит, слушай, ну неужели ты не понимаешь? Ну, мы разные государства, но это же наша экономика. Я говорю, стоп, белорусская экономика это что? Это финишное производство. Оно как было сборочным цехом в Советском Союзе, оно так и осталось по многим позициям, ну, процентов на 70, сборочным цехом к чьим? России. Второе. На ваших предприятиях, которые сотрудничают, поставляют комплектующее сырье для нашего сборочного цеха, работает 7, а по некоторым подсчетам 10 миллионов человек. Если остановится финишное производство, что будет с поставщиками и комплектующими вашими? У вас что, немцы купят двигатель ваш или трансмиссию, там шасси, металл? Нет. Да, вообще-то ты прав. То есть его это убедило, да, действительно. Притом, я же говорю, не так прошу, как твои предприятия. Я прошу тебя, одолжи деньги. Мы всегда были надежными в плане возврата в этих кредитах. Как перед МВФ, которые мы взяли, так и перед россиянами. Это он точно знает. И во-вторых, ну ладно, у тебя там есть какие-то резервы, ты одолжил, так ты хоть процент получишь. А так они же у тебя мертвым грузом лежат, тоже выгодно. Вот такой был диалог, когда 2 миллиарда мы у вас заимствовали в трудные времена. И они не пошли лишь бы куда. А вы видите, что мы вложили, и это не только. Но это 2 миллиарда, но мы только в сельское хозяйство 45 миллиардов за 2 программы вложили. Мы же не взяли у вас 45 миллиардов. Говорят, а вот они покупают у нас дешевые энергоресурсы и прочее. Ну, во-первых, мы у вас покупаем примерно в 2 раза дороже, чем ваши собственные предприятия потребляют. Это уже неравноправные отношения, неравная конкуренция. А мы в союзном государстве это декларировали, не говоря о Европейском, Евразиатском союзе, что равные должны быть условия. У нас в 2 раза сложнее работать. У нас природный газ дороже значительно, чем у вас. Я привожу пример вот по теплицам. Мы у вас продаем огурцы, помидоры на расхват и конкурируем по цене. Но мы ведь газ природный потребляем из России в 2 раза дороже, чем ваш. Вопрос, почему у вас дороже, а у нас дешевле? Ищите это в России причин. Поэтому не надо думать, что вот белорусы живут за счет россиян, потому что нам что-то дают. Это, знаете, упрощенный такой взгляд на подобные вещи. Мы эти деньги зарабатываем. И если мы чего-то одолжаем, то вы не думайте, что мы это за это не оказываем услуги в России. Начиная от этого геополитического положения, особенно сейчас, где вообще у вас единственное окно осталось в Европу, наша армия, которую не надо подстраховывать на Западе. Они знают, что мы никогда танки на Москву не пропустим, это публично говорю. В стороне не отсидимся, и никто этого не даст. Это наша политика. Ну и потом, есть же у нас 2 базы. В Украине мы в свое время заплатили миллиарды за Севастополь. И кредиты дали, и так далее. У нас это практически бесплатно. Это тоже денег стоит. То есть мы оказываем для вас услуги. Если мы с иностранцев берем за проезд по нашим дорогам, то с россиян мы не берем деньги. То есть бесплатно же россияне в руководстве России деньги считать тоже умеют. Особенно если кому-то дают или помогают. Поэтому вы не думайте, что мы вот на хлебнике у вас сидим и чего-то просим у вас. Мы поддерживаем все интеграционные направления сотрудничества, но не мы их инициируем. Россия инициирует. И мне просто тогда, ну, ребята, таможенный союз, вот его принципы, давайте будем строить на этих принципах. Нам же нелегко конкурировать с вами. Вот недавно разгорелся спор при формировании таможенного союза по автомобильным перевозкам. Там разрешения несколько тысяч дают и так далее. И решение говорит, нет, это подлежит регулированию, это нам не подходит. Такой примерно был диалог, да? Я задал, Владимир Владимирович, вы что, белорусов боитесь конкуренции? Гигантская Россия, вы боитесь наших перевозчиков. Так как вы, мы же должны бояться. Нет, ваши, наших тут, ну да, действительно. У нас этот рынок солидный. У нас этот рынок открытый, четко регулируемый, порядочный рынок. Но если это принято в таможенном союзе, свободное перемещение грузов, капиталов там и так далее, так давайте не будем закрывать. Нет, мы этого не можем. Еле договорились на двусторонней основе. Казахи против, эти против, потому что мы более конкурентоспособны. У вас порядочные, дисциплинированные, такие вы сделаете такие. И по многим вопросам. Я уже говорю, вот смотрите, нефть, газ. В таможенном союзе мы договорились, единая таможенная территория с перемещением всех товаров. Произвели из этой продукции товар, вы продаете куда хотите. Так оно и есть, кроме нефти и газа. Мы покупаем, ну газ, понятно, мы не экспортируем там, из него ничего не, мы потребляем только ваш природный газ. А нефть, у нас вот вы, по-моему, были на нефтеперерабатывающем заводе. Да, мы были на нафтовом. Вот, что этот нефтеперерабатывающий завод в условиях единого рынка, у нас здесь таможенных никаких пошлин нет, покупаем у ваших компаний, или ваши компании поставляют свою нефть, перерабатывают у нас и продают. Дальше из этой нефти мы вырабатываем определенные продукты. Это бензин, это ракетное топливо, там, дизельное топливо и прочее. Это хорошо знаете. Да. И еще то, что я даже не знаю, что они там вырабатывают. Мы выработали. Продаем, ну, на рыночных условиях, где дороже заплатят, туда и продаем. Посмотрели, говорят, нет, вы слишком много зарабатываете, нефть купили, продаете дорого на Западе, цены там ясно подскочили на бензин и прочее. Я говорю, так это же ваш принцип рыночный. Где дороже платят, там и продают. Но это особый товар. Так, давайте-ка вы из своего бюджета перечисляйте в наш бюджет вот эти определили размер пошлин на нефтепродукты, вы это перечисляете в наш бюджет. Я говорю, слушайте, ну а какой же это таможенный союз? Мы же вам не говорим, что вот вы у нас что-то там купили, и даже реэкспортом во Вьетнам проезжаю, нам говорят, вот российские тракторы, я говорю, какие российские? Это же МТЗ, Минский трактор. А это нам россияне поставили. Двигатели тоже. Мы же, к примеру, мы же с вас не спрашиваем, что вы реэкспортом кому-то поставили. Вы даже не переработали нашу продукцию, прямо поставили. Мы же ее переработали. На современнейших нефтеперерабатывающих предприятиях. Почему вы с нас берете деньги? Спорили, пришло подписывать таможенный этот договор о союзе. Я прямо говорю, а одному и второму, у них же нефти море, газа море. Я говорю, вы что, там мы создаем союз для того, чтобы задушить Беларусь? Я с вами сотрудничать не буду в таком направлении. Таскались. Вот Семашко был участником переговоров. Ладно, половину таможенных пошлин все равно будем забирать, а половину оставляйте у себя в бюджете. То есть с барского плеча, ладно. Я говорю, ну, хорошо. Половина, может, где-то придет время, договоримся об остальном. Совершили налоговый маневр в России. Через полгода после того, как подписали о этих 1,5 миллиардах, которые остаются в бюджете, в результате этого маневра правой рукой все забрали из бюджета в Беларуси в Россию. Опять вот собираемся обмениваться ратификационными грамотами и прочим. Мужики, ну что вы творите? Ну дураков же в Беларуси нет. Зачем вы забрали? У нас же положение еще сложнее, чем у вас в стране. У нас же нет нефти. Зачем вы забрали то, что вчера фактически мы договорились из нашего бюджета? Переговоры вели. Что больше меня удручает? Приезжает Семашко с переговорщиками. Ну, сказали, 700 миллионов отдадут, а остальные там 350 или 400, сколько будет по году, источников нет. Я говорю, как нет источников? Это что, ваша проблема? У нас забрали эти деньги куда-то в бюджет российский или куда-то. Так оттуда пусть и отдают. Опять звоню Путину, Владимир Владимирович, это непорядок. Долго переговоры вели, снова где-то договорились. Вернули компенсацию, что забрали этим маневром. Но это что, нормально? Это ненормальные отношения, если уж говорить о проблемах. Понимаете, вот такое поведение частенько у окружающих странах, бывших республиках Союза, называют имперские амбиции. Извините, что я это говорю. Скажите, а как это назвать? Ну зачем это? Ну вы же видите, что это несправедливо, это не так. И это ведь не убытки России. Я говорю, давайте договариваться, если вы нам что-то одолжили безвозвратно, давайте договариваться о компенсации. Что мы, белорусы, должны вам сделать? И давайте оценим все то, что мы делаем. Может, будет баланс, а может, еще вам доплатить придется. Да нет, не будем считать и прочее, это же не бухгалтерия. Я говорю, правильно, не надо бухгалтерией заниматься. Но я просто вас хочу попросить, никто просто так и безвозвратно в Беларуси не отдает. Наоборот, где-то, вот как я вам рассказал про этот маневр, стараются где-то наклонить, где-то унизить, чтобы на коленях постояли, где-то что-то попросили и так далее. Это неправильно. Это всегда огорчает и привносит в наши отношения не просто непонимание, а какую-то обиду. Или смотрите, вы ввели эмбарго против Молдовы. И нам, слушайте, ну вы нас поддержите, вы тоже вводите против Молдовы эмбарго. Я поехал в Молдову, и вот несколько впечатлений. Эту Молдову довели до ужаснейшего состояния. Там, я не знаю, они еле-еле, душа в теле, как у нас, у россиян и у русских, белорусов говорят. Вот они присоединились, подписали договор об ассоциации. Вот я сижу, положил перед собой карту, поговорил с президентом дома в гостинице и смотрю. Молдову, представляете, Приднестровье, а сейчас Украина. Да. Клочок земли, отрезанный полностью от нас. В Украине вы знаете, что происходит. Дай Бог разобраться. Здесь Приднестровье. Чужая, считай, страна, даже агрессивная. Кусок. Да. Кусок их территории ведь. И я думаю, а вот я бы был президентом. Абсолютно прорусский, пророссийский человек. Скажите, а как там поступить? Европейцы же это понимают. Румыния там отчасти. Они им что-то дают там, 100 миллионов, а для них это бешеные деньги. Там 30 миллионов на что-то. Дороги начали сейчас финансировать, очень интенсивно строится и прочее. Я вот думаю, я бы что, отказался от этих денег, если у меня вообще нет предложений ниоткуда. Цена на газ, россияне ясно по какой продают. У них просто нет выхода. Они как зверь, загнанный вот на охоте в безвыходную ситуацию. Но это еще не все. Веду переговоры. Вы знаете политиков их. Читай, как в Украине, только они не столько, наверное, значимы. В российских СМИ об этом не говорят. Вот президент. Иногда забывающий ему уже под 70, там уже и больше, забывающие русские слова. Я так для себя отметил. Ну, очень порядочный человек. Он не политик. Я говорю, как тебя занесло? Он судья бывший Верховного Суда. Как тебя занесло в эту политику? Ты же, говорю, настолько порядочный, что ты просто, тебя растопчут ногами. Я это, говорит, понимаю. Ну, надо было. Коммунисты с этими не могли договориться, с националистами. Ну, его как прокладку туда. И он мучается, они его треплют. Хорошо, что еще такой, спокойный человек. Он не бросается, не спорит ни с кем. Николай Тимофти. Ладно. Коммунисты говорят с акцентом на русском языке. Вот они передо мной все сидят, вот министр иностранных дел был рядом со мной. Старшее поколение сидит, фракции, все были представители партии, я с ними встречался. Среднее поколение с большим акцентом, путаясь в русском языке, разговаривают. А слева оказалось, что поросль молодая. Они вообще не понимают русского языка. Мы что, хотим довести ситуацию в Молдове до того, что там вообще забудут язык? А цена вопроса. Молдаване поставляли нам и вам вина и какое-то количество плодово-ягодной там продукции, и что-то из овощей. Они поставляли почему? Потому что их не хватало у нас этой продукции, и у вас не хватало. Сейчас вы закрыли Молдову и нам, говорите, надо закрыть. Кто заполнит эту нишу? Французы, итальянцы. Они что, лучше молдаван? Так они же в этом Евросоюзе, в котором мы не хотим, чтобы была Молдова ассоциированным там каким-то не членом, а договор заключила с ними. Они что, хуже? Лучше, вернее, чем молдаван. И вот я сижу и думаю, правильно ли мы поступаем в этой ситуации? Правильно или нет? Пускай это будет, для многих из вас риторическим вопросом. Поэтому прежде чем что-то делать, давайте не спешить, давайте договоримся.